снимайте вы баллоны, там сейчас рванет. Ну а что делать? У нас такая профессия. Да. Ну он вверх обычно бьет. А бабушка что? Это откуда? Скорой до сих пор нет. А она хозяйка, да? А вызвали скорую? Вызвали, так уже вот. Поднять? Нет, чуть-чуть назад. Давайте. Опа, хорош. Спасибо. А причина вообще, что получилось? Электричество, да, или а что? Это дед зажег. Кто, дед сжег? В смысле? Ну там еще один еле ходит. И он там внутри? Не, он вышел. Он вышел, говорит, ой, пожар, пожар. А не сказал из-за чего? А мне не пройти уже, я по лестнице ее не снял. Никак. Хорошо ребята сняли. Там еще один баллон с этой стороны. Так, а он не сказал причину? Ну, из-за чего? Электричество или печку топил? У вас на втором этаже баллон еще? Да, вот я взорвал. Я бы не перекинул, все вниз затаскивали. И вверх летят. Я точно знаю. Надо вам пожарить, чтобы не попасть. А где ваш дом? Мы все уже убежали. Ну так. Курица сдохли. Вон куры. Вот наш дом. Вторая курица. Вон там крыша сплавилась, смотрите, сайдинг пошел. Угу. Дома твое умыться, надо машину отгонять. Во, он женский закон кинул. Иди, пошел.
хорошо, да, что мы отсюда уже съезжаем с этого дома, переехали. Вывезли основное, что с сарая. Угу. Вот, здесь уже такое осталось. А может, что-то скажете, как произошло вообще вот по информации на данный момент? Не знаю, причины не знаю. Вообще? Да, потому что...